Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Ульпиано Фернандес Чека Исан, известный как Ульпиано Чека, был испанским художником, скульптором, дизайнером плакатов и иллюстратором. Использовал как импрессионистические, так и академические техники. В основном рисовал исторические сюжеты. Я пользуюсь Википедией. Родился в Испании 3 апреля 1860 года. Проявил талант к искусству, когда был маленьким ребенком. В 13 лет познакомился с доном Хосе Баллистером. Баллистер был впечатлен его работами. И после консультации с Луисом Тебернером, признанным и популярным художником в Мадриде, Баллистер решил привести Чеку и его семью в столицу, чтобы начать изучать искусство. В 1873 году поступил в школу изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. Затем продолжил учебу в Испанской академии изящных искусств в Риме, где он написал картину «Вторжение варваров», которая получила золотую медаль на Национальной выставке изящных искусств 1887 года. В годы его становления его учителями были Алехандро Феррант, Федерико де Мадраза и Мануэль Домингес. Был выдающимся студентом, что привело его к получению двух грантов на рисование и должности доцента по предмету перспективы. В 1880-81 годах бросил учебу, чтобы начать работать художником. Работал помощником Мануэля Домингеса в отделке дворца Линарес и базилики Сан-Фернандо-эль-Гранде, двух крупнейших декоративных проектов в Мадриде за последние десятилетия века. В 1884 году получил пенсию, которая позволила ему учиться в Академии изящных искусств в Риме. Год спустя, в последний год своей пенсии, он отправился в Париж и выставил в салоне на Елисейских полях свою работу «Версию изнасилования Прозерпины», вызвав разногласия в Испанской Академии. После завершения учебы он подал заявление на получение другой пенсии для Академии в Риме, но она была назначена другому художнику Мариано Бенлиуре. Познакомился с Матильдой Шайе, художницей известной гасконской семьи аргентинского происхождения, и в 1890 году они поженились. Его неугомонный дух и экономическое положение позволило ему путешествовать по всему миру, и это сделало его художником с международной известностью. В 1890 году добился своего первого триумфа у критиков в Салоне де Пари, ежегодной выставки Академии художеств Парижа. Он представил свою картину «Гонка на колесницах», получил третью премию. Год спустя испанское правительство наградило его орденом Карла III. Участвовал в многочисленных шоу как в Париже, так и за его пределами, и на многих из них получал призы. Участвовал в шоу по всей Европе, а также в Аргентине, Бразилии, Алжире, Тунисе. В 1894 году французское правительство наградило его орденом Почетного легиона. В 1895 состоялась его первая персональная выставка в галерее Жоржа Пети, на которой он представил почти 60 новых работ. В 1897 занялся другими видами искусства. Создавал первые книжные иллюстрации для Испании. В течение летних месяцев он написал две фрески в алтаре прихода Сан-Марии Маджоре. Умер 5 января 1916 года в возрасте 55 лет. Вот так немного из переводной Википедии о Ульпиано Чека, испанском художнике, скульпторе, дизайнере плакатов и иллюстраций. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.